Привет! На камеры попадает много невероятных и интересных моментов. Но только самые крутые попадают на наш канал. Усаживайся поудобнее. Поехали! Эта девушка точно запомнит свой день рождения, ведь такого поздравления ей получать еще не доводилось. Тот случай, когда грузовик заботится о скорости доставки сильнее водителя. Интересно, в таких случаях возвращают деньги? А вот с такими казусами могут столкнуться водители кабриолетов и машин с люками. Этот уровень сдержанности, к которому стоит стремиться. Вот чего меньше всего ожидали увидеть пассажиры этого самолета на такой высоте. Мы бы уже не удивились, если бы он при этом еще и успевал жонглировать. Вот пример быстрой реакции. Когда ты слишком крут, чтобы держаться за поручни в метро. Один из страхов каждого водителя. Да, а сверху эта пробка из машин выглядит просто потрясающе. Вот вам 10 секунд АСМРа. Проехаться по замерзшему озеру на тяжеловесном байке – не самая лучшая идея. Как бы выглядела собака, которую собрали по инструкции из Икеи? Так выглядит ежедневное движение в порту Амстердама. На это можно смотреть вечно. Это подстава от природы. Под слоем снега оказался сплошной лед. Говорят, что с тех пор место этого цементовоза не менялось. Каждая лодка мечтает стать автомобилем, пусть даже на пару секунд. Как после этого он еще смог устоять на ногах? Я сказал, пока не сделаешь 50 подходов, отсюда не выйдешь. А вот так перевозят очень габаритные части самолета. Необычно такое увидеть на дороге. Ну а на этом все. Если я поднял тебе хоть чуть-чуть настроение, не забудь поставить лайк и поддержать подпиской наш канал. Увидимся в следующем видео. Пока!